Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Отчаянно Гаджетс. Сегодня у нас на обзоре один из самых необычных брони смартфонов, которые можно встретить на рынке. Кроме своей брутальной внешности и защиты по военному стандарту IP68 Military Standard 810G, смартфон обладает одной довольно интересной изюминкой, а именно четырьмя динамиками от компании JBL, которые превращают его просто в пуленепробиваемую Bluetooth-колонку. Но и тут не все. Также наш сегодняшний герой получил чип от Qualcomm, NFC, аккумулятор с внушительным объемом и камеры от компании Sony. И речь сегодня пойдет об IGM A9. Все необходимые ссылки с лучшими ценами, что мне удалось раздобыть, вы сможете найти в описании под этим роликом. Ну а начнем наше знакомство, разумеется, с коробки и комплектации. IGM A9 поставляется в не менее брутальной, минималистичной на дизайнерские изыски черной картонной коробке, на тыльной стороне которой указаны все сопутствующие девайсу технические характеристики. Открыв ее, мы встречаем небольшой буклет, за ним, разумеется, сам смартфон в черном исполнении, большое руководство пользователя с картинками, если кому-то это будет важно, еще один буклет со скрепкой для отверстия SIM-лотка, блок зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки по стандарту Quick Charge 3.0. Затем идет небольшой пакет, внутри которого расположились переходник-костыль для подключения гарнитуры, а также две защитные резиновые вставки под USB-C разъем. Ну и напоследок сам USB-C кабель. Больше ничего в комплекте поставки нет, так что мы смело переходим непосредственно к нашему сегодняшнему герою. На лицевой стороне смартфона расположились датчики, разговорный динамик, глазок фронтальной камеры и дисплей с диагональю в 5,99 дюйма. Больше ничего на лицевой стороне смартфона нет, так все элементы управления у девайса только на экранные. Справа расположились дополнительная кнопка вызова камеры, кнопка включения и комбинированный слот, в котором можно установить сразу только две на сим-карты или же одну на сим-карту и карточку памяти. Слева можем найти качельку регулировки громкости и дополнительную клавишу вызова Google Ассистента. Сверху красуется только дополнительный микрофон для шумоподавления. Снизу USB-C разъем и микрофон. Ну и на тыльной стороне расположились единственный глазок основной камеры, вспышка, сканер отпечатков пальцев, логотипы компании IGM и JBL, ну и, разумеется, сразу 4 динамика. Согласитесь, выглядит смартфон однозначно довольно интересно, да и назвать его неудобным монстром я не могу. Несмотря на внушительные стандарты защиты, A9 не отталкивает своей монструозностью, он больше тяготеет к классическому дизайну современных устройств. Благо челки и капли обошли нашего героя стороной. По большей части девайс в плане массы габаритов получился компромиссным, так и компактным назвать его лично у меня язык не поворачивается. В руке смартфон лежит уверенно, он действительно внушает доверие, да и в бою не останется в стороне, догонит и выведет из строя любого злоумышленника и мафиозника. Ладно, в целом могу сказать, что для защищенного девайса наш герой получился в меру компактным и уж точно не страшным. На борту IGM A9 устанавливается старый добрый Android 8.1.0 с немного перерисованными ярлыками рабочего стола. Как по мне, решение немного спорное, но не отталкивающее. Главное, что в остальном это чистейший сток от Google. Система работает шустро и без подтормаживаний. Может быть, где-то что-то проскочит, но крайне редко. По большому счету, рассказывать тут ни о чем, повторюсь, никакого мусорного или шпионского рекламного софта тут нет. NFC работает, конфликтов с продавцами в магазинах не было, как в принципе и шансов на их победу. Что ж до сканера отпечатков пальцев, то он работает вполне на уровне, тому же седьмому ноуту по скорости он точно не уступит, но вот до супертопа немного не дотягивает. Кстати, функции разблокировки по лицу я тут не нашел. В недра IGM A9 ставится среднебюджетный 8-ядерный 64-битный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 450, работающий на максимальной частоте в 1,8 ГГц на ядро. За графику отвечает Adreno 506, объем оперативной памяти варьируется от 3 до 4 ГБ. Что ж, чип далеко не флагманский, но закидывать нашего героя камнями все же не спешите, да и вряд ли это сработает. В любых повседневных задачах девайс зарекомендовал себя на твердое хорошо, возможно даже с плюсом. Лично у меня по скорости работы интерфейса вопросов не возникло. Что же до требовательных игр, то на средних настройках графики вы поиграете комфортно буквально в любые современные релизы. 9 Асфальт, PUBG, World of Tanks запускаются и работают на средних без каких бы то ни было проблем. А сам чип не греется, значит и тротлинга вы не почувствуете, так что просадок FPS тут не наблюдается.
Объем встроенного накопителя в EGM-A9 в зависимости от версии варьируется от 32 до 64 ГБ. У меня на руках версия на 32 ГБ, из которых пользователю доступно около 24, что, честно говоря, не густо. Так что без карточки памяти тут все же не обойтись. Либо советую присмотреться к версии на 64 ГБ, там объем уже вполне комфортный. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерным качеством звучания нашего сегодняшнего героя. Звучит смартфон, честно говоря, даже с учетом своего ценника и лютой громкости на пятерку с минусом. Да, громко, да, чувствуется стереоэффект, да, смартфон в походе способен заменить и небольшую Bluetooth-колонку. Уверяю вас, важный звонок на A9 вы уж точно не пропустите. Но вот чего не хватает, как по мне, для полного счастья, так это выделенного ЦАПа и немного больше низких частот. На максимальной громкости звук кажется, ну, немножко рисковатым. Зато у нашего героя есть встроенное FM-радио, и гарнитура для этого дела не нужна. Кстати, звучание в наушниках тоже вполне сносное, но без звезд с неба. Экран смартфона – это Full HD+, 2160 на 1080 точек IPS UGS матрица с диагональю без малого в 6 дюймов, с отношением сторон 18 к 9 и плотностью пикселя равной 403 ppi. Что ж, про экран мне тоже рассказать особо-то и нечего, он тут точно такой же, как и у всех других девайсов за сходный прайс. Вполне годная, явно не топовая IPS матрица с хорошими углами обзора, изображение яркое и контрастное, а максимального уровня подсветки достаточно для работы под прямыми солнечными лучами. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5 поколения. Также в настройках дисплея можно включить режим работы в перчатках, при его активации увеличится чувствительность экрана, так что в перчатках печатать можно, правда, удобным это дело уж точно не назовешь. В EGM-A9 устанавливаются два модуля камер. За тыльную камеру отвечает 12-мегапиксельный сенсор от компании Sony, а именно IMX486 с апертурой f1.75. В качестве фронтальной выступает модуль на 16 мегапикселей. Что ж, а разумеется, наш герой не метит в камерафоны, и я однозначно не ожидал от него хорошего качества снимков. Однако в итоге был приятно удивлен. Качество получаемых фото вполне сопоставимо со многими другими смартфонами за сходный прайс. Например, тот же Redmi Note 6 Pro, я бы не сказал, что фотографирует гораздо лучше. Нет, по итоговым снимкам оба девайса можно смело ставить на одну полку, разве что в AGM нет портретного режима, зато есть отдельная удобная кнопка спуска затвора. В общем, камера как тыльная, так и фронтальная тут хорошая, и краснеть вас уж точно не заставит. Кстати, записи видео в 4K тут нет. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видеофайлов, сделанных при помощи нашего сегодняшнего героя. Тест записи видеокамеры смартфона AGM-A9. Запись ведется в Full HD 30 FPS. К сожалению, в настройках я не нашел пункт со стабилизацией. Скорее всего, ее тут попросту нет. Однако, не могу сказать, что картинка на дисплее смартфона какая-то чрезмерно дерганная или ужасная. В общем, скину все на компьютер и станет ясно. Ну и, как обычно, давайте попробуем что-нибудь в макро снять. Заодно посмотрим на систему автоматической фокусировки. Так, давай. Есть. На горизонт. Еще раз макро. Давай, давай. И еще раз на горизонт. Хоу-хоу-хоу, дорогие друзья, сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и запись-то ведется в Full HD, 30 FPS, все по канонам жанра, и в принципе для фронталочки качество записи вполне себе неплохое. Так что еще хочу отметить, так это то, что тут, скорее всего, у нас отсутствует стабилизация, это и не удивительно. Ну и в целом можете оценить, как снимает передняя камера данного девайса. Все. Объем встроенной аккумуляторной батареи в EGM-A9 по заверению производителя равен 5400 мАч. Если сравнить живучесть нашего героя с другими смартфонами, то я могу смело провести параллель с Mi Max 3 от Xiaomi. При любом раскладе, даже если вы фанатичный залипатель в мобильный PUBG, на весь день смартфона вам уж точно хватит. Один час игры съедает около 11-12%, и это очень хороший показатель. Так что в поход на пару дней девайс уж точно можно брать без особого страха. Тут же к плюсу могу отнести поддержку
поддержку быстрой зарядки по стандарту QuickCharge 3.0. Благодаря комплектному зарядному устройству с поддержкой от 0 до 100% смартфон заряжается за 1 час и 40 минут. Ну что ж, дорогие друзья, настало время подвести итоги. HGMI-9 – это один из самых удачных внедорожников на любой день. Девайс действительно отлично собран и может без проблем выдержать как экстремально низкие, так и высокие температуры. Да и пыли с влагой тут проход воспрещен. Честно говоря, особо девайс не ронял, так всегда эксплуатирую смартфоны бережно. Но думаю, падение с высоты человеческого роста наш герой уж точно должен выдержать. К плюсам А9 могу также отнести приятный дисплей, хорошие камеры, действительно мощное звучание, правда не без своих тонкостей, прекрасную автономность, производительность для повседневных задач, поддержку наших 4G сети и, конечно же, NFC. К минусам закину, возможно, не самую топовую производительность для особо требовательных игр и отсутствие на данном этапе жизни смартфона функции разблокировки по лицу. Но покупать ли HGMI 9 или же нет, решать в первую очередь вам. Все необходимые ссылки с лучшими ценами, как всегда, оставил в описании под этим видео. Ну а если вы захотите сэкономить при покупке того или иного девайса в любом китайском, да и не только китайском интернет-магазине, искренне рекомендую вам воспользоваться кэшбэк-сервисом LetiShops. Leti позволяет действительно экономить до 30% на покупках уже более чем в 1000 магазинах. Я сам на постоянной основе пользуюсь данным сервисом, поэтому без зазрения совести могу рекомендовать его и вам. Все необходимые ссылки, разумеется, есть также в описании под этим роликом. На этом, думаю, все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео как можно скорее. Не забываем посещать нашу группу ВКонтакте, там я публикую фотосессии устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч. Ну и разумеется, не забываем оставить свое личное мнение по поводу всего девайса в комментариях, с радостью с ним ознакомлюсь.